совсем загнул. Ой. То есть у меня мало времени. Эти сосули, это говорит о том, что тепло из дома просто так уходит. Пустую. Вот это, посмотрите, какая дача. Ой, раньше тут, наверное, фильмы даже снимались. Какая красота. Сейчас я быстро иду, покажу вам забор красивый, расписной, и дом. Сейчас я быстро шагаю, чтобы все успеть. Тут вообще прям коммуналка. Интересно. Вот дом, он прям в лесу. Прикидайте. У него газ, тут все есть, газ. Я вообще думал, что это какая-то будет, как сказать-то, загородный дом, вернее, клуб. Нет, это дом. И вот это гаражи. Наверху я не знаю, кто там живет, такие окна странные. Даже не знаю, кто может наверху жить. Может, какая-то мастерская. Парковка на три места, гараж, вернее. Это все им принадлежит. Я хочу показать сейчас, секунду, прям быстро пойду. Там у нас забор расписной. Я хочу вам его показать. Вот тут, кстати, тоже прикольно. Смотрите, какая елка с шишками. Собака впереди идет. Тут прикольное решение. Смотрите, они, видать, взяли землю в лесу прям и поставили несколько домиков, они одинаковые. Вот, видите, написано 8, 7, 5, 6, кедровая. Вот, и сдают или продают. Короче, не знаю про этих соседей ничего. Вот этот красивый дом. Вон там красивый домик, прям с камином видно 100%. Но я вам покажу сейчас забор. Да, вы офигеете. Какой там забор? Сейчас дойду. А вы хотите послушать, как снег хрустит? Вон он, забор. Видите, где собака? Смотрите на забор. Я вам сейчас такой шедевр покажу, вы офигеете. Вот думаю, может, что же мне с этим сделать? Тут целая сказка. Делайте скриншот, смотрите, какая красота. Там и дом расписан. Смотрите. Давайте. Пойдем, доброе утро. Красота какая. Вот так вот. Такой поселок дорогой. Кедровая 11. Вот тут снегом завалило. Когда дальше пойдем. Церквушки, деревушки. Тут целые сказки. Вот эту сказку узнаете? Бабка, а нет, это Леший, да? Это Змей Горыныч. Прям сказки. Русалка, кот ученый, золотая рыбка, бабка, Буратино. Прям все сказки. Бабка-ёшка. Прикиньте, какой забор. Идешь прям, все сказки вспоминаешь. Направо пойдешь, налево пойдешь. И вот такой ряд елок. Давайте заново сейчас покажу. Для тех, кто еще не увидел. Обувь новая, удобная. Новая обувь всегда удобная, мне кажется, нет?
Хотя нет, она иногда жмет же. Посмотрите, какой замок. Русские сказки. Это в камеру. Представляете, здесь сейчас вот так идешь и смотришь вот на эту всю красоту. И там у них дом. Сейчас я покажу дом, как расписан. У них дом тоже очень красиво расписан. Церквушки. Горка с агоры. Тропинка. Такие ворота у них. А вот сейчас покажу дом. Красота, да? Вот так вот, вот. Все, ой, ну вот это вообще замок. Смотрите, орлы какие. Забыл. Не все вам успеваю показывать. Орлы спешу. Видите, орлы снег держат. Вот второй орел. Такие замки здесь. Сегодня прекрасная погода. Выходите больше на свежий воздух гулять. Скоро весна. Так, все, я готов ваш чат читать, что пишете. Белая береза под моим окном. Так, сейчас будет, короче, эфир. Я вспомнил, вам же надо рекламу сделать. Эфир с сильной гадалкой. Он начнется буквально через 40 минут, я надеюсь. Поэтому присоединяйтесь через 40 минут. Жду вас.